Здравствуйте, это программа «Вечер трудного дня» в прямом эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Как всегда, в студии нашей работает телефон 7-175-501. Звоните к нам, присоединяйтесь к нашей беседе. И я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Директор департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк. Здравствуйте, Михаил Добрый Ильич. Вечер. Политолог Валерий Дудко. Добрый вечер. Добрый вечер. И координатор кредитного майдана в Харькове Сергей Хлюпин. Здравствуйте, Сергей. Ну, понятно же, да, уже немножко так вот анонсировали, получается, одну из тем. Будем говорить в том числе и о валютных заемщиках, о валютных кредитах, что происходит с этой историей. Но пока в начале несколько об ином, потому что по значимости все-таки, наверное, то, что произошло на прошлой неделе, имеет куда больше вес при всем уважении к нашим дорогим заемщикам. Давайте посмотрим небольшой сюжет. На минувшей неделе в Верховной Раде дрались, читали стихи и пели гимн. Так парламентарии голосовали за проект изменений в Конституцию. Камнем преткновения стала строчка в переходных положениях основного закона, в которой идет речь об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Російські війська, російських найманців фактично інтегрувати в Україну, дати їм більше повноважень, ніж мають будь-хто в Україні. Це правда. Після цього будуть пропозиції стосовно амністії, після того буде пропозиції про особливий закон про проведення виборів на окупованих територіях. І за це все будуть платити українці. Це замороження конфлікту, фактично нав'язування нам цього Придністров'я в Україні. После затянувшихся обсуждений «за» проголосовали 288 депутатов. Такое решение многие парламентарии назвали, если не угрозой территориальной целостности страны, то как минимум поспешным и несвоевременным. Послідовність, з моєї точки зору, має бути відведення, припинення вогню, звільнення заручників і потім Конституція. Якщо російська сторона не виконує, на наше переконання, ДНР і ЛНР не виконує значну частину Мінської домовленості, то Україна не повинна бігти поперед батька, значить, і пропонувати ще більше. Через несколько дней после голосования к украинцам обратился президент Петр Порошенко. Мирный план назвал безальтернативным и получившим поддержку западных партнеров. Подчеркнул, угрозы украинской государственности в обновленной конституции нет. Вступить в силу такий закон може лише після виконання цілої низки попередніх умов. Ці умови включають і роззброєння бойовиків, і виведення російських військ, і відновлення нашого контролю над всією лінією українсько-російського кордону і проведення чесних, вільних і демократичних місцевих виборів. Хіба це не те, чого ми прагнемо? Ані в законі, ані в проєкті змін до Конституції нема і не може бути ніякого особливого статусу для тих районів. Основной задачей, отметив глава государства, является передача повноможень і фінансових ресурсів на міста. Глава держави добровільно поступається величезним обсягом повноважень. І ці повноваження, грошові ресурси і розпорядження ними передаються на рівень місцевих громад. І належна повага до місцевої специфіки і традицій, які не суперечать загальнонаціональним інтересам та законам, зробить нашу країну сильнішою і міцнішою. Децентралізації ж не буде в таких сферах, як оборона, зовнішня політика та національна безпека, права людини та громадянина. В то же время Порошенко заявил, что стремление решить конфликт политико-дипломатическим путем не означает полный пацифизм. Он подчеркнул, что в следующем году Украина увеличит военные ассигнования. На минувшей неделе Верховная Рада еще на 5 миллиардов гривен увеличила военный бюджет. Окончательное голосование по изменению Конституции состоится осенью. Чтобы появились правовые основания переписывать основной закон, поддержать проект должны не менее 300 депутатов. Напомню еще раз, наш телефон 7-175-501, эфир прямой, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Ну, хотелось бы, конечно, послушать ваше мнение, коллеги, в отношении того, что произошло, потому что, ну, в общем-то, по накалу страстей даже вот трудно вспомнить что-то аналогичное тому, что мы видели на прошлой неделе. Или это зрада, или это наоборот что-то вот такое эпохальное для нашей страны. Прошу.
Прежде всего, да, хочется отметить, что любые, какие бы это ни были изменения, реформы, они всегда идут с недоверием, они всегда идут со сложностью, всегда есть полярность мнений. Но это очевидный процесс. Тем более, когда наше государство находится в такой непростой ситуации во всех отношениях. Конечно, и реформы, отчасти, может, где-то непонятные для общего масса населения, они, безусловно, болезненны, воспринимаются болезненно. Вот. Но хочется отметить, что на самом деле позиция президента в этом четкая, и представителей всех ветвей власти сегодня, она однозначная. Украина – это унитарное государство. То есть основным камнем преткновения стало особое якобы положение регионов, которые сегодня находятся в том положении в Донецкой и Луганской области, в котором они сегодня пребывают, а именно где идут военные действия, где сепаратистские настроения присутствуют. Наемники из страны агрессора и так далее. Поэтому, безусловно, однозначная позиция, еще раз подчеркиваю, и в этой части никаких изменений в Конституции нет. Это унитарность нашего государства, это целостное государство. Вот. Прежде всего, касается вопроса исключительно изменения громад территориальных, то есть уменьшения советов, что должно повлечь за собой улучшение качества их работы, принятие решений, вот, улучшение условий жизни тех громад, где будет, они будут укрупнены, где появится дополнительная финансовая возможность у этих громад. То есть основной все-таки посыл этот. И, безусловно, в параллель решается вопрос и с Донецкой и Луганской областью. Безусловно, идеальных условий сегодня нет. Сегодня есть, продолжается военная агрессия, но и сегодня и страна в целом, и общество назрело уже проблема к принятию решений тех, которые люди уже видят, ощущают на себе. От популизма надо переходить в плоскость конструктива и действий. Вот. Безусловно, еще раз подчеркиваю, общая ситуация сложная. Вот. Это очевидно, это понятно. И не только военная агрессия, экономические трудности есть. Вот. Эти все факторы должны учитываться. Но стоять на месте и ждать идеальных условий, наверное, не будет никогда. Потому что абсолютно идеальные условия – это все тоже нечто эфемерное. И получить их, и всегда будут противники, которые скажут, а это все равно не идеальные условия. Вот. Но и еще раз подчеркиваю, что позиция принципиальная, никаких федералистических настроений, скажем так, федерализма речь не идет. Это просто, скажем, усиление возможностей громад, улучшение, как следующий этап, безусловно, качества жизни этих громад. Вот. И здесь унитарность, прежде всего, это номер один. И в этой части Конституция вообще никому уже меняться не будет, и там даже об этом речь не идет. Я считаю, что здесь несколько произошло смешение понятий и процессов, которые должны осуществляться в государстве. Первое. Смешивать децентрализацию власти с проводимой административной реформой в корне неправильно. Почему? Потому что этот процесс объединения громад должен происходить снизу. Когда он навязывается какими-то созданными планами, принятыми областной администрацией, то, понятно, никто ответственности особо не несет. Вот 8 раз уменьшится количество субъектов Харьковской области. Кто каким образом принимал это решение, сложно понять. Но на сегодняшний день вот общение с представителями громад приводит к одному. Они говорят, ну нам сказали, мы вот в Барвенковском районе будем одной громадой. Вот мы будем одной громадой. В то же время есть селы, которые на сегодняшний день выпадают из общего процесса, потому что они самые бедные, в них живет меньшее количество людей, и их никто не собирается принять. Вот этот процесс внутри варится, он пока не вышел наружу. А его торопят. И заявление в Конституции, мы передадим права, постойте, нужно определиться, кому передадим права. Здесь на децентрализацию наложился еще один закон о выборах на сегодняшний день. Мы изберем в нашей области изберем местные советы. А потом что мы скажем главе совета? Ты должен покинуть свое место. Ну, он подскажет, постойте, я согласно закону избрался на 5 лет. И он подаст в суд. И суд будет отстаивать его интересы. И сместить его не так просто. Вот этот процесс он тоже не учтен. А в отношении того, что возникла в Раде перепалка принимать или не принимать изменения в Конституцию, это сыграла та пословица, которая говорит, обжегся на молоке, дуешь на воду или обратно. Здесь испугались особого статуса. Да, вот этот момент самый принципиальный. Да. Принципиально он прозвучал так. Там не было даже сказано, что это особый статус Донецкой и Луганской области изменения в Конституцию.
Но действующие уже законы, предопределяющие порядок самоуправления в этих регионах, он может быть применим. И вот здесь народ испугался за тот особый статус, который бы. Ну, нужно отметить, что в параллель прошло решение, что регионы, находящиеся в оккупации, в выборах не участвуют. Это несколько успокоило наиболее буйные головы. Но я должен сказать, это породило новую проблему. Вот если заметить, на сегодняшний день мы должны понимать, что в Украине есть регион, где идут боевые действия. Насчет всех остальных заявлений, вот даже увеличение финансирования армии, пятое, десятое. Вот о финансировании армии можно говорить реально тогда, когда эти деньги будут реализованы во что-то на передовой. А когда их выделили и по пути до передовой их раскрали, то армия ничего не получила. Вот я пока не заметил одного, что для наших вооруженных сил это повышенное финансирование существенно что-то меняет. Идет позиционная война, вырыты окопы, блиндажи. Постреляли с одной стороны, постреляли с другой стороны. Там ни в кого не попали, там убили двух гражданских. Но убили же. И вот этот процесс, который происходит, он на сегодняшний день не нормализуется. Это ненормальная обстановка. Вот мы контролируем нашу границу с Россией? Не контролируем. Боевики согласны отдать эти регионы нам под контроль? Не согласны. Нам нужно искать новые способы решения. И то, что мы находимся вот в выполнении этих Минских соглашений, я считаю, 6 месяцев прошло, должна заседать комиссия и прийти к единому решению. Минские соглашения пока работают всего лишь на 5%. Прекращены постоянные обстрелы или гибель солдат. Вот. Что будем делать? Должны быть какие-то ультиматумы выдвигаться Донецку и Луганск. Если вы в течение 3 месяцев будете продолжать это, мы двинемся в том и в том направлении. Нам нельзя висеть в этой ситуации, рождая у себя Приднестровье. Что мы видим? Конвои идут, боеприпасы туда везут, техника туда идет железнодорожным путем, люди наши едут туда, часть из них гибнет, часть ротации, часть не так. Вот я должен сказать, что есть на самом деле и реакция в отношении так называемых ДНР и ЛНР. Это на сайте президента Украины Петро Порошенко заявил о том, что Киев ожидает как раз четких заявлений от представителей так называемых ЛНР, ДНР об отказе от намерения проводить псевдовыборы 18 октября и 1 ноября. И говорится о том, что в прошлом году проведение таких выборов 2 ноября фактически сорвало выполнение Минских договоренностей. То есть, ну, какие-то позиции озвучены, условия какие-то все-таки ставятся. А вот проведут они выборы 18 числа. Что мы опять разведем руками. Вот нет фазы активных действий, понимаете? За каждым провозглашенным пунктом во внешней политике должна, или внутренней политике должны следовать действия. Тогда мы должны сказать: если вы 18-го проведете выборы, мы прекратим общение с вами по нашим пропускным пунктам. И ни один человек с Донецкой и Луганской области на территорию Украины не выйдет. Вот тогда поднимется народ и скажет Захарченко: знаешь что, дорогой, давай отсюда вперед в Россию. Вот такие конкретные действия это определяет действие в политике. В политике не может быть все размазано и оформлено, аморфно. Михаил Евгеньевич. Да, я, Валерий Владимирович, хочу сделать одну ремарочку в части децентрализации. Вы сказали такую фразу, что все принято в областной администрации, теперь все исполняют на местах. Совершенно это не так. По той простой причине, что сегодня предложен, подчеркиваю, проект укрупнения громад. И только лишь сами громады, решив у себя этот вопрос, выйдут. Может быть, все останется и по-старому. Наверняка, может, будут и такие. Но, хочу сказать, никто никому ничего не навязывает. Это вот совершенно неправда, когда вы говорите о том, что... Я согласен с вами, да, но трагедия... Можно я закончу, пожалуйста? Я спрошу, да. Мы же не перебиваем друг друга, очень корректно же ведем себя сегодня. Вот. Поэтому, говоря такой посыл, это всегда к ответственности. Вы, ну, говорите, мягко говоря, неправду. А на самом деле сегодня есть, работа ведется именно на уровне первых территориальных громад, которые будут являться основой в рамках новых изменений, которые грядут. И они самостоятельно для себя принимают решение, и как им укрупняться, и в каком объеме они будут укрупняться, что они оставят по-старому. И точно так же ни один населенный пункт, ни одно село, даже самое малочисленное, не выпадет из этой, не может остаться одно село, все объединятся, а его забудут. Этого тоже такого быть не может, потому что это реально выпадет.
вычеркнуты люди из жизни, такого даже, почему и затеялась, в общем-то, вся эта программа децентрализации, для того, чтобы социальный момент жизни людей улучшился, стал качественнее, потому что если есть населенные пункты, где, скажем, ужасные, мягко говоря, условия жизни, да, то, объединившись с крупными более районами, более мощными, достанется часть и финансирования в том числе, и возможность участвовать более активно в жизни всего района, а не просто своего там сельсовета, где зачастую людей-то, в общем-то, минимальное количество и проживает. Поэтому эти моменты тоже учитываются, и учитываются еще на стадии обсуждения именно громадами. Вот. А в части конкретных действий на востоке страны тоже есть как бы мнение, почему активная фаза. Активная фаза на самом деле идет она постоянно и системно. Но тоже призывать к активным военным действиям, это же все сопряжено не только там с расходами, которые тяжело сегодня стране даются, но не удается это делать. И армия украинская на сегодняшний день, и армия украинская на начало всех этих действий, это совершенно два, скажем, разных субъекта, да, защиты и обороны государства. Вот. Но любые военные действия, любая война, она сопряжена с гибелью людей. И вы сами отметили, как мирных, так и людей, исполняющих свой военный долг. Поэтому, безусловно, это активная фаза. Армия усилена, не получила той, скажем, того расширения, эта программа, которая реализовывается в отдельных частях Луганской и Донецкой области, и благодаря и тому, в том числе, что армия усилилась и есть уже реальный механизм противостояния. Но, безусловно, сегодня в приоритете политический момент решения этой проблемы, потому что если воевать в открытую, и если бы не было бы у сепаратистски настроенных элементов поддержки со стороны Российской Федерации в части наемников, вооружения, боеприпасов и прочего снабжения, ну, наверное, бы это уже давно все закончилось. И в самом начале, когда началась активная фаза, и когда начали поджимать туда все ближе границы с Россией, вы знаете, наверное, для вас тоже это не секрет, почему эта ситуация приостановилась. Потому что было очень массированное сопротивление именно военными силами со стороны Российской Федерации. Поэтому тут тоже так однозначно нельзя сказать. Ну, работа ведется на всех направлениях, это факт сегодня. Я бы, кстати, тоже сказал, что нет у нас реально условий, в которых мы можем вот на данный момент держать четко военную победу, стратегический перевес иметь и так далее. Потому что та же ротация дается весьма с большим трудом. Да? То есть мобилизационные процессы настолько непросто идут, что собрать резервы для какого-то массированного наступления, ну, это утопия в какой-то степени. О военных действиях я рассуждаю как профессионал военный, прослуживший 29 лет вооруженных сил, имеющий высшее военное образование на сегодняшний день. Я такого не имею, сразу говорю. Но поэтому мне очень легко оценивать состояние наших вооруженных сил. И, будем говорить, вот это не первая передача, где я высказываю свое мнение. Понимаете, армия – это тот организм, который создается в тылу, потом проходит боевое слаживание и выходит на передовую линию. У нас все осуществляется через обратные действия. У нас работают пункты подготовки во Львовской области, где солдаты и те, кто призван туда, отвечают, что кроме как строевым шагом, они ничего не ходят. Они даже не стреляют. У нас очень слабая укомплектованность армии. Мы только на сегодняшний день подбираемся к тому, что у нас на передовой появились тепловизоры, радиостанции и все остальное. Но для вас скажу, что связь, которая организована или система управления, это сотовый телефон, который засекается и проверяется и 100%. Почему там принято решение, что отберем сотовый телефон? Вы думаете, отобрали? Нет. У нас система управления войсками абсолютно открытая. Теперь о поставке боеприпасов и всего остального. Я знаком и знаю хорошо данные, могу их привести по нашему заводу Малышева по восстановлению танков. В какой степени они восстанавливаются, как они поставляются туда? Отнюдь, отвечаю вам, не совсем лучший вариант. У меня очень много знакомых в нашем военном госпитале, которые мне почти еженедельно рассказывают о ситуации, какие люди нам привозятся в госпиталь на лечение, в чем они находятся и о чем они говорят. И очень многие мои знакомые находятся в зоне АТО. Поэтому, обладая всей этой информацией, я говорю, ведение позиционной войны предполагает сидение в окопах, а это значит идет разложение армии. Или туда должны быть введены мощные командиры, которые поддерживают дисциплину и порядок по линии фронта, или там начинается обыкновенная махновщина. Она существует у нас там. И пьянство существует, которое там на переднем полосе процветает как никто. От чего? От безделья.
И вот этот весь негатив на сегодняшний день идет загнивание. Если в армии не ведет боевых действий, то она загнивает. Вот хорошо, вернитесь к истории. Будем говорить, 12-14 год, русская армия, столкновение с немцами. Вот это вот и привело к тем революционным событиям. И те люди, которые недовольны и возвращаются, потому что они видят вот этот весь бардак, они на сегодняшний день утверждают, что там бардак. Нет ничего, чтобы способствовать. Поэтому да, идет строительство укрепления оборонных сооружений, но для нашего государства, если мы решили сохранить, туда мощные должны быть брошены инженерные войска. Мощные, сформированные, обученные, укомплектованные техникой. Где их взять? Да. Идет все, а у нас ничего сегодня нет. Все только рождается. Понимаете, еще раз говорю, стадии. Не может в армии все рождаться так долго. Но если же армия у нас вообще отсутствует как таковая говорю. На момент проявления агрессии, почему она возникла, эта агрессия? Понимаете, сам процесс демобилизации в стране, когда он на 6 очередей растягивается, говорит о том, что органы, проводящие мобилизацию, не в состоянии это осуществить. Вот признаем этот факт. И скажем, и никто не собирается идти служить в армию. Если на первом этапе работал этот патриотизм и все остальное, и люди туда стремились, то сейчас они стремятся в обратную сторону. Я говорю, у нас большая проблема с тем, что у нас существует Донецкая и Луганская область. Если она будет загнивать в том же состоянии, в котором это сейчас находится, то следующее, что мы получим, это мощные удары со стороны боевиков в нашу сторону. Они готовятся, я вам отвечаю. Россия проводит свою линию не злым тихим словом, укрепляя подразделения, они там проходят подготовку. Вы заметите, что да, там есть наемники, но и воюет донецкий народ. У них нет второго выхода. У них нет. Они зарабатывают себе на кусок хлеба тем, что они взяли в руки оружие. А когда человек взял в руки оружие, он не в состоянии его уже бросить. Потому что он запачкан той кровью, в которой он вместе участвует. И вот это самое страшное. Поэтому истошные голоса раздаются в Донецке, вперед на Киев и все остальное. Это область своеобразного психологического состояния. Безусловно. И вот этот фанатизм, преданность, они же в принципе, вот самый главный принцип, вот вы заметите, как менялся вектор. Сначала мы в России, потом мы самостоятельные, теперь мы не зная куда, но мы стоим и защищаем собственный дом и собственную родину. Вот если нас с вами заставят защищать Харьковскую землю и в Харьков от агрессора, я говорю, мы одинаково с вами будем ложить свои головы, но будем биться до конца. Почему? Да. Защищая собственный дом, работает другая психология. Мотивация. Да. Вопрос только в том, что Харьков и Харьковская область сегодня это Украина, есть принципы, есть, мы понимаем, за что мы будем стоять, но сегодня работает все для того, чтобы мы не встали, а на самом деле смогли обойти эту ситуацию острого военного конфликта, тем более в нашем регионе это недопустимо. Сегодня есть определенные результаты, что даже подрывная деятельность как бы фактически нивелируется работой в нашей области. А вот касательно там, как вы говорите, стоят патриоты так называемых ДНР, ЛНР с оружием в руках и сами не знают, что они защищают, они сами привели в свой дом войну и сами свой дом разрушили, а теперь они стоят на защите руин, потому что основная масса людей, тем более здравомыслящих людей, оттуда уехали. Там они не присутствуют. И... Вот, отвечу очень кратко. Если можно, я на прошлой неделе был в Волчанске, разговаривал с местным населением. Да. Выйдите в Волчанск и переговорите с населением. Они все русские, русско настроены. Они говорят, Путин хай преде. И пойдет дальше. А мы здесь сохранились. Сказали, русские сказали Путин хай преде. Вот да, это, да. Понимаете, очень важный момент. Я ж вам говорю, что вот Волчанск, не только Волчанск, у нас Чугуев такой же. У нас еще можно назвать и Великий Бурлук. Там присутствуют пророссийские настроения и очень мощные. У нас в регионе много присутствует людей, которые настроены пророссийские. Я вернулся к тем событиям годичной давности, как штурмовался Белый дом. Да. И сколько мы видели людей. Нельзя относиться к Харькову. Не все были харьковчане. Это хорошо, что нам удалось перевернуть сознание харьковчан и объяснить им, что худой мир лучше войны. И диверсанты... Там 26 этих подрывных операций попробовали сделать. На сегодняшний день очередного задержали, который там 20-го что-то хотел взорвать. Да, да. А ситуация стабилизировалась. А когда к нам сюда приехали из Донецка и Луганска и рассказали, как там плохо,
то харьковчане решили, что у нас хорошо, что у нас нет на сегодняшний день событий в Донецкой и Луганской области. Мы правильно решили. Правильно решили. Вот, и тот патриотизм, который в Харькове присутствует, он на сегодняшний день получил другой знак. Вот общество развернуло. Но настроения пессимистические, пророссийские точно так же есть. Я говорю, я не отрицаю цифры, что 10 тысяч человек мы найдем в Харькове, которые однозначно готовы на сегодняшний день флагом погулять российским по нашим улицам. Мы их загнали в ноль, но они не потеряли своего убеждения. Вот в чем переубеждение идет? Мне нравится позицию, которую Украина занимает по отношению к Крыму. Вот в Крыме нет воды. Почему? Потому что мы им перестали поставлять воду. Вот там чуть-чуть тяжелее ситуация. Там продукты настолько-то дороже. В Луганске пенсию выдают российскими рублями теми, которые по территории России не ходят. Выдают там 4000 рублей. 4000 это меньше, чем человек пенсию. Ну, важный момент. Рублями, которые не ходят даже в России. Да. Вы же понимаете, о чем это говорит? Вот они родили это диверсия вообще-то. Это диверсия. Люди получают денежные знаки, которые... Которых нигде нет, в принципе. Да. Но, с другой стороны, они уже понимают, что не так оно все хорошо. Но продолжают утверждать, что Луганская республика очень хорошо. Вот я звоню, у меня родственники в Луганске, звоню с ними, разговариваю. Вот общий психоз он действует и на сегодняшний день. А убеждайте их, что же, не дорабатывайте по-родственному. Да, в этой части хочу сказать, что именно патриотическое настроение в Харькове возникло не только под давлением боязни войны как таковой, но сегодня и переворот сознания произошел. Это объективно, потому что вот я по роду своей деятельности зачастую общаюсь с различными, да, представителями тех или иных общественных движений, организаций и так далее. Сегодня вот я сам говорю, сегодня в Харькове происходит процесс сам украинизации Украины. Как бы звучит банально, ну, может, не совсем правильно с точки зрения языка, а в принципе так и есть. И да. Даже сегодня внешние проявления символов, символики украинской в Харькове в разы выше, чем в том же Львове. Понятно, во Львове не надо доказывать ничего. Но Харьков сегодня именно возрождается, перерождается. И сознание, не только боясь войны, подчеркиваю, люди не хотят войны, это важно. И это здорово, что мы живем. Мы другое сделали. Мы подняли молодежь, которая на сегодняшний день до 16 лет. И вот эта молодежь на сегодняшний день настроена более патриотически, чем старшее поколение. И не только до 16. И молодежь, которая за 20, которые сегодня, они, ну, уже родились в Украине. Там уже расслоение идет. Дело не, ну, это именно тоже тот двигатель, который есть, патриотизм. Они не знают другой страны, как Украина. И это отрадно на самом деле. Сергей. Я бы хотел развернуть вообще. Да. Вернуться на рельсы. Мы начали с Конституции. Начали с Конституции. И откуда возникла эта проблема? Она возникает, как многие проблемы в нашем государстве. Я считаю, что не было общественных обсуждений, открытых. Абсолютно правильно. С высказыванием разных позиций. Месяц-два провести общественное обсуждение Конституции с разъяснением каждой позиции, каждой статьи, что означает, никаких бы склок не было. А в парламенте нашем, я не хочу ничего такого плохого говорить про депутатов, но многие депутаты не читают даже того, чего принимают. Кто избирает этих депутатов? Вопрос сразу возникает. Вот, возникает общество депутатов. Общество его избирает. То есть оно уже делегирует свои права, представлять их интересы того или иного региона в законодательном органе страны. Ну, правильно? То если... Тут вопрос к качеству выборной кампании. Качеству выборной кампании. Тех депутатов, которые происходят. Нет, опять же, такие критерии оценки людей, которых выбирают. Но опять же, надо подчеркнуть, что это проект конституционной реформы. И он сегодня находится на рассмотрении в Конституционном суде. И по результату рассмотрения суда потом будет опять же приниматься решение Верховной Рады. И надо для этого еще набрать 300 голосов. 300 голосов, чтобы было парламентское большинство. Ну, там 12 голосов, я думаю, что наберут. Ну, мы же не говорим как теория, мы говорим о том, что какая есть процедура прохождения, принятия этих реформ, которые должны быть. Но это подчеркиваю, это проект на сегодняшний день тех. И еще есть целая работа, которую нужно провести, чтобы эта вся реформа стала реальной картинкой. Нашей Никто жизни. Не отрицает, что реформы такие нужны. И децентрализация вот нужна, и громады вот нужно поднимать. Вот но общественное обсуждение можно было бы провести. Вот, ну, почему бояться? Почему надо вот так вот раз потихонечку? Приняли закон. Никто не боится, как раз наоборот. Сегодня вот я вам хочу сказать, опять же, так ощущаю... Мы обсуждаем, когда уже приняли. Надо обсуждать до того, как приняли. Законопроект. Это проект. Это проект. И, пожалуйста, его может сегодня быть если конституционный в активной фазе обсуждения. Если Конституционный суд подтвердит его, Конституционный суд, это будет закон. Еще Верховная Рада должна... Ну хорошо, 300 голосов просто. Это будет закон. Я вернусь все же к событиям начала 2000-х годов. Мы тогда тоже пытались поменять Конституцию, ушло обсуждение. Но тогда было всенародное сбор предложений по внесению изменений в Конституцию. Вот
Администрация президента села, сказала, там у нас что-то наработано, мы здесь обсудили, а теперь даем президента, а он вносит изменения в Конституцию. А основной гарант власти в Украине, согласно Конституции, народ. Так где роль власти. Народа? Источник. Да. А народ является источником. Источником. Так куда делся источник? Источник он что, перестал бить? Нет, он нет. Есть. Тогда почему он не обсуждал эти изменения? Избирательное право никто не отменял. Нет, все избирательное органы, право, законодательное право. И президент, как гарант Конституции, тоже избирался народом. Нам нужно понять, что нам, я соглашусь абсолютно с коллегой и скажу, что одну фразу. Нам нужно родить другой подход к информированию населения. До тех пор, вот, пока Верховная Рада вокруг себя, президент вокруг себя, Кабмин вокруг себя, она ставит перед фактом, давайте мы территориальную громаду вот объединим и все остальное. Вы правильно сказали, что был предложен какой-то вариант. А народ спросили или нет? Я вам отвечаю. Собрано более 20 тысяч подписей людей, которые не согласны с таким административным делением. Это в Харьковской области. Наверняка это есть. И среди них многие председатели сельских советов. Почему? Которые... Председатели сельсоветов, потому что они сидят уже потому по те же 20 лет будет, председателями сельсоветов. Да. И чувствуют себя уездными князьями. И сегодня, если пошатнется под ними их позиция, их это не устраивает. Но насколько я понимаю, может быть я ошибаюсь, на данный момент есть еще возможность оспаривать, да, потому что проект находится на рассмотрении. Конечно, по нашей сегодня... области в Кабмине, да, и там тоже, опять же, вот ничего не решено. Все да? Сегодня на стадии рассмотрения. Громады? Очень динамично движется, но все пока еще не утверждено. Наверняка какие-то громады могут и отказаться от этого проекта. Вот начинаем с очень простого. Что такое громада? Это организация, которая создана и приняла к своему действию устав. Должен собраться народ, обговорить содержание устава, проголосовать за его принятие, там уже различные, там механизмы работают. И на основании этого дальше решения заявлять о чем-то. Сделано это? Я вам объясняю. В области всего лишь в 3 районах созданы громады. Все. Громад нет. Тогда вопрос, а кто принимает решение? Отвечаю, нелегитимные граждане во главе с главой районной администрации. Районная вот администрация не участвует в этом процессе. А кто тогда участвует? Как участвуют сами громады и обсуждают это? Нету громад. Ну, Конституция определяет термин, что такое громада. Конституция. Сегодня же рождается в рамках того же самого проекта конституционных изменений, рождается громада, община, это все рождается. Что должна была сделать областная администрация? Она должна была подготовить инструкторов на все районы и послать их в массы туда. Они приезжают в село и говорят, граждане, вот вам проект устава. Вы определитесь, как у вас представители. Говорят, по улицам. Избрали представителей от улиц. Посадили их вместе. Зачитали устав. Они говорят, утверждаем. И приняли устав. Вот тогда село превратилось в громаду. Этот устав утвержден, зарегистрирован, собраны подписи, и процесс пошел. А мы на сегодняшний день манипулируем с тем, чего нет. Ускорение. Вот вы... это ускорение, которое на сегодняшний день торопиться. Дает, оно отрицает внутреннее рождение. А я объясняю, что это будет. Сидит баба Ваня и условно говоря, через месяц скажет, а кто принимал за меня решение? Я не согласна. Вот я не согласна, потому что я ничего не обсуждал. И она права будет. А мы сейчас говорим, да, вперед. Вот. А кто участвует сегодня в обсуждении вот, той предложенной реформы? Если кто-то персонально в этом не участвует, почему не участвует? В силу своей позиции пассивно на сегодняшний день? Но сегодня каждый вот может быть я активным. Для вас открою секрет. Когда сегодня представители всех областей Харьковской области присутствовали, и поднялся человек, который поднял этот вопрос о том, что без устава пытается работать с громадами, начал формироваться координационный центр. Вот он сегодня первый день координируется, то есть представители от многих районов. Мы попытаемся родить этот устав и отправить его в громад. Вот для того, чтобы этот процесс, почему? Потому что я же вам назвал количество подписей, которые мы собрали не согласны. И это реальность. Вот я всегда за то, чтобы та реальность, которая существует сегодня, она проявлялась в нашем. Не виртуальная, я же хорошо понимаю, я же в областной администрации отработал достаточное количество лет и понимаю, о чем я говорю.
У нас время подходит рекламы, и меня не простят, если я задержу ее хотя бы еще на несколько минут. Я понимаю, что есть о чем поговорить, но мы обязательно продолжим уже после небольшой рекламной паузы. 775-501 наш телефон, оставайтесь с нами. Что же, мы продолжаем наш телефон 775-501. Первую часть нашей программы мы посвятили вопросам децентрализации, и было достаточно жарко. Сейчас подозреваю, что будет еще более ожесточенный спор. Я к нему внутренне готов. Но давайте вначале небольшой сюжет посмотрим. В Верховной Раде предложат отменить голосование за закон о реструктуризации валютных вкладов. Проект постановления об отмене результатов голосования будет внесен на рассмотрение парламента без одобрения его комитетом по вопросам регламента. Комитет принял предложение представителя нашей фракции не давать положительного вывода на этот проект постановления, а вынести его на суд сессионного зала. А пока по процедуре я уже завизировал этот закон как глава профильного комитета. Теперь его обязан подписать председатель парламента Владимир Гройсман. Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал закон популистским и заявил, что работа Верховной Рады он разочарован. Лише для того, щоб виповнити хоча б перші норми цього закону, країна мала купити десь від 7 до 10 мільярдів доларів, а це більше, ніж наш золотовалютний резерв, повністю залишити країну без банківської системи. Номер один, бо банків немає таких ресурсів, без золотовалютних резервів, без фінансової системи і фактично ввергнути країну в хаос. По словам главы государства, он готов наложить вето на закон о реструктуризации валютных кредитов, но пока надеется на благоразумие депутатов. Багато депутатів написали заяву, що їхні картки були в залі, вони знаходилися поза сесійним залом, їхні картки спрацювали. Регламентний комітет це має розглянути. Я сподіваюся, що в Верховній Раді знайдеться достатньо здорових сил для того, щоб виправити власну, м'яко кажучи, помилку. Якщо політичного духу не вистачить у Верховній Раді, я захищу Україну. Скандальный закон прокомментировали и в Международном валютном фонде. Там отметили, такие действия украинской власти усложнят восстановление фискальной стабильности, сделают невозможными мероприятия в контексте поддержанной МВФ программы пенсионной реформы, реформы энергетического сектора и рационализации расходов. Итак, Сергей, вам, наверное, все-таки будет больше слова в большей степени. Не подписан закон, да, и, насколько я понимаю, все-таки, опять же, дело в большей степени клонится к вето президентскому, если он даже будет подписан, да? Давайте я расскажу, потому что там чуть-чуть неточности были. 14 числа в регламентном комитете рассмотрели три закона, которые проголосованы были 2 числа. Закон про органы внутренних справ, закон про внесение змін до закону о прокуратуре и про национальную полицию. Регламентный комитет вынес решение переголосовать эти три закона, и они 16 числа были успешно переголосованы. 15.58 ни 14, ни 16 на регламентный комитет не выносился. Я лично, присутствовали мы возле Верховной Рады, мы контролировали процесс, и он где-то потерялся, сказали в протокольном комитете. Но 17 числа все-таки появился выстановок регламентного комитета с рекомендацией переголосовать этот закон. Но формулировка, она умиляет, потому что закон был проголосован в 21.11, а заседание Рады было до 21.00. То есть, исходя из этого, я делаю вывод. Когда я смотрю Верховную Раду заседания, вижу, когда закон 5 раз выставляется на голосование, регламент не нарушается, а здесь 11 минут опоздания, при этом 40 минут уговаривали, требовали это Ляшко и Самопомощь проголосовать этот закон 40 минут. В итоге его проголосовали, но 11 минут явились решающими для того, чтобы его переголосовать снова. Наложить вето, возможно, президент вето и наложит. А возможно и наложит. Потому что, если мы будем объективными, этот закон восстанавливает и социальную справедливость, и он имеет ограничения,
и хотят нести ограничения на него, как единственное жилье может быть. Хотя это, в принципе, звучало предложение, но почему-то эти поправки никто не внес. То есть восстановить... А речь идет, прошу прощения, просто о механическом переголосовании, не о внесении новых каких-то, да, вот, поправок. Результативная часть написана... скасовать решение Верховной Рады, и это скасование нужно проголосовать, то, что его скасовывают, этот закон. На основании того, что он, ну, у меня результативно сейчас есть, 21.11 он не, был проголосован. Не внесение изменений, то есть просто отменить, да, то, просто что, да, отменить то, что проголосовали. Решение, да, да. Ну, будет попытка. Просто по версии из кулуара Верховной Рады 16 числа не было ни в регламентном комитете большинства для того, чтобы проголосовать именно скасование, ни в Верховной Раде не было достаточно голосов, поэтому господин Гройсман в очередной раз извернулся, как он после второго чтения извернулся, и отправил закон на третье чтение, хотя он был принят уже во втором чтении. Ну, будем ждать, потому что есть, будет заседание, внеочередное заседание Рады, может быть, 27 июля, а потом уже только сентябрь месяц. Ну, я посмотрим, вынесут его на 27 или нет. Опять же таки, это будет, это уже пошла, политические игры, я считаю, пошли. Вот они посчитают, если будет достаточно у них штыков, чтобы его проголосовать отмену, то да, они вынесут на голосование. Нет, тогда, естественно, не вынесут. То есть это пошли политические игры, я считаю. Ну, моя точка зрения, наверное, да, известна, потому что я считаю, что и принятие было тоже политическими играми в куда, сегодня, наверное, больше степени. Сегодня все заполитизировано до такой степени, принятие любых решений, все, что может всколыхнуть каким-то образом общество, хоть по-хорошему, хоть по-плохому, использует любая та или иная политическая сила в своих каких-то целях. На сегодняшний день этот закон тоже является популистским, и эта позиция, ну, очевидна, потому как, скажем, количество заемщиков, у которых есть реальные сегодня проблемы, да, оно в рамках масштабов всей страны, ну, в общем-то, ничтожно мало, если мы сопоставим общее количество населения страны и людей, которые имеют проблемы сегодня на фоне кредитных историй. Тут один момент просто возникает. Я даже специально себе пометил из положения кредитного Майдана, который вот есть, представляете. Ну, кредитный Майдан, да. Вот там есть основная цель, второй раздел, пункт 2.1, где написано, что налагодження компромісного діалогу між членами громадського об'єднання, тобто вашого, фінустановами та органами державної влади задля покращення економічного клімату в країні. То есть это основная мета той организации, которую вы представляете. И здесь, наверное, все-таки нужно отрабатывать любую ситуацию, да, именно объективно учитывая позицию и государства, и согласен, власти, и финустанов, и, безусловно, в том числе тех граждан, которые являются членами вашего общественной организации. Так мы про это и говорим. Мы хотим улучшить экономический климат. Этот закон улучшает экономический климат. Так как это ни странно, рассказываю. Я рассказываю просто. Когда банк реструктуризирует кредиты, проблемные кредиты, в апреле месяца их по данным НБУ было 64%. Из 65 тысяч 64%. Это было только в апреле месяце. Сейчас уже больше. То есть люди все равно ничего не платят. Кредиты стоят. У людей накапливают, у банков, у людей задолженность растет у банков. Когда идет реструктуризация, банк прощает человеку, есть закон 09.39, там где гармонизируется закон, то есть налогообложение и банка, и человека, с которым списывается кредит, банк продает человеку за ту сумму, за которую он с ним договорится. На сегодняшний день банки активно уже предлагают такие реструктуризации. Вне закона. Есть. И 80, и 60, и 50 даже предлагают. Но все дело в том, что вы говорите, что это очень мало людей. 300 суицидов в стране, это мало или много? Скажите мне. Это проблема. Любой, даже одна 300 суицидов, всего лишь навсего. Это проблема, это трагедия, катастрофа. У нас 60 тысяч только прямых заемщиков. Если брать членов семьи и тех, которые участвовали в этой сделке, от которых это зависит, это докатывается до миллиона. Это уже точно известно. Это, причем я беру только ипотеку 60. Вы понимаете, в чем дело? А всего валютных заемщиков 247 тысяч. То есть нас не 0,3%, нас не очень мало. Мы электорат, и серьезный электорат. И люди, которые могут остаться без жилья, без имущества. Вы сейчас опять говорите электорат. Мы говорим, что это внеполитическая ситуация. Мы внеполитическая электорат. Сила. Электорат уже подразумевает под собой политическую основу. Объясняю, почему электорат. Наш президент перед выборами. Мы электорат в данной ситуации. Он выходил на трибуну неоднократно и говорил. Или электоральное поле? В чем проблематика? Проблематика конкретно у конкретных людей. Хорошо. Скажите, президент должен исполнять свои обязательства? Ну, то, что он брал на себя? Конечно. Он обещал. Он реструктуризирует кредиты. Он обещал это. Есть видео, неоднократно заявлял. Он доллар сказал, 13 это курс несправедливый, я его сделаю, что он будет 10. Он говорил это в своих предвыборных речах. Сейчас он говорит совершенно противоположные вещи. Это правильно?
Нет, это неправильно. Смотрите, дело все в том, что нельзя обвинить сейчас президента в том, что люди, которые брали кредит в 6-8 годах, сегодня страдают по вине того, что у президента сложилась ситуация стране, которую он взял на свои плечи и тянет сегодня. Я хочу вернуться к тому, почему кредиты не будут тягарем для бюджета. Так вот, если банк продает кредит человеку, заемщику 20-30%, он фактически недополучает 60%. Если он за 40 продал, 60 он недополучает. Все 60% банк получает из резервного фонда, который хранится в НБУ. Этот резервный фонд формируется под все кредитные портфели, которые находятся в банке. И ни под каким другим соусом он не может взять эти деньги с этого счета. Только если он или списывает к этот кредит, или продает с маржой, с потерей. Это справедливо? Это справедливо. Банк хочет этого. Почему? Потому что у банка, когда он получает живые деньги из резервного фонда, а резервные фонды на сегодняшний день только под валютные кредиты 70 миллиардов сформированы, он получает дополнительные средства, которыми он может оперировать. У него улучшается ликвидность у банка. Он начинает работать. То есть экономическая ситуация улучшается. Это мертвые деньги, лежащие в НБУ. Он не может по другим соусам их взять. А что получается? Что фактически банки толкают. В этом законе есть еще один пункт. Право первой руки. То есть если банк захочет продать кому-то кредитный портфель, будь то другой банк, будь то коллектор, неважно, то он должен сначала предложить заемщику по той же самой цене купить кредит. Первостепенное право. Почему это хуже, например? Потому что банк, продавая заемщику или коллектору, кому другому банку за 10%, они продают и за 2%. За 10% 90% он списывает. Вот он мог продать за 20% заемщику, а он продает всего лишь за 2% коллектору. И таких ситуаций у меня он целый список по этим сделкам, кредитным портфелям. Все банки. И вот банк на эту разницу, 18%, он не платит налоги государству. Когда заемщику он продает 0,939, там, конечно, заложен маленький такой подводная мина, списывают, человек все равно на списанную сумму платит налог, но он платит налог от разницы на момент заключения до 17,799. Да. Фактически является его доходом человека. Да, он подоходный налог с суммы платит, то есть не полностью ему списывается сумма, он все равно платит подоходный налог. То есть государство, как ни крути, оно только выигрывает от этой ситуации. Проигрывает, вот непонятно, кто проигрывает. Проигрывают только нечестные банкиры, нечестные коллекторские фирмы, хотя коллектора тоже бывают нечестные. Вот они проигрывают. Все остальные только выигрыши. Банк улучшается ликвидность, он избавляется от проблемных кредитов, которые он не может получить их никаким образом. Риэлторы, вы знаете, что риэлторы говорят, если, не дай бог, сейчас начнут забирать жилье активно, у населения, мораторий отменят, жилье упадет как минимум в 2 раза в цене, это риэлторы говорят. Вы понимаете, что мы связанные вещи. То есть, казалось бы, если только нас действительно начнут разрывать на куски под эгидой того, что вас мало, нам вас не жалко, то действительно будут проблемы. Ну, никто не говорит, что не жалко, дело сейчас не в жалости, а дело в том, что нужно подходить к тому, чтобы качественно решать проблему и при этом не навредив государству, которое сегодня и так находится в крайне тяжелой ситуации, как экономической, так и общеполитической ситуации. Главная проблема здесь абсолютно в другом. Я возвращаюсь к своей мысли, которую я высказывал уже. Значит, дело в том, что принятие этого закона в основном определяло популистическое решение. Здесь играли перед определенной массой населения, вроде бы поддерживая его в принятии. Но это не ликвидировало ту конфликтную ситуацию, которая на сегодняшний день существует. Поэтому нужно было принять предварительное решение и разобраться с каждым конкретным кредитом, с каждым конкретным лицом. Совершенно верно. Разделить их на несколько категорий. Эта категория на сегодняшний день находится в таком положении, идет реструктуризация платежа. Эта категория приостанавливается, даются каникулы на год, допустим. Эта категория освобождается от уплаты, потому что они брали еще в 2005 году, при этом курс был такой. Вот сейчас он выплатил уже в 2 раза больше, чем он взял за это количество лет. И с него ничего брать банк уже не должен. Продаст он ему там за 2%, за 0,2%, это уже... Но создалась бы категория растягивания ситуации. Не законом попытаться всех уравнять, ввести в один коридор,
а разделить эти категории, чтобы разобраться с каждым человеком. Для того, чтобы это разбирались, нужно было создать структуру, в которую входили бы заемщики и представители банков. Вот сколько у нас сегодня в Харьковской области таких проблемных заемщиков? Пусть 30 тысяч, пусть 100 тысяч, но по каждому из них принять правильное решение. Вы как Обама в 2008 году в Соединенных Штатах после кризиса ипотечного 2008 года часть кредитов самому бедному населению по доходам они действительно разделили на группы населения. Часть кредитов они списали, простили, потому что никому такое количество недвижимости было не нужно. Часть кредитов реструктуризировали, часть отправили на каникулы. Там просто внимательно смотрели на доходы, людей. Цивилизованный подход. Цивилизованно. Но проблема Украины, именно Украины, ни в одной стране мира валюта национальная не девальвировала на 500%. Ни в одной стране мира при сохранении дохода в национальной валюте, в гривне мы все работаем, в валюте, валюта, то есть девальвирована по 500%. То есть фактически мы стали получать, мы возможность гасить кредит у нас уменьшилась в 5 раз. Понимаете, проблема в чем? Я с этим согласен. Но выход, реально выход, состоит только в разделении категории заемщиков по обстоятельствам. И более того, можно один момент я добавлю в этой части, что еще выход, это же отношение между двумя субъектами, коммерческим, как правило, да, банком и частным лицом, заемщиком. И регулировать это императивной нормой какого-то закона тоже неправильно, потому что завтра можно любую ситуацию, а у нас даже гражданский кодекс защищает свободные, да, договорные взаимоотношения, и это является тоже договор, это договорные взаимоотношения, которые должны урегулировать две стороны. Мы не должны родить процессы массового обращения в международные суды по защите своих собственных интересов. А мы этот процесс рождаем. Что мы этим самым создаем? Международные суды примут и 100 тысяч заявлений, но они их рассмотрят через 30 лет. Вот про Хаджа на Средину или осел сдохнет, или падишах. Вот мы не должны понимать, что в этой ситуации Порошенко загнали в угол принятием этого закона. С одной стороны, он для соблюдения реальности должен наложить на него вето. С другой стороны, он не должен принимать это решение, потому что оно для него все равно неправильно. И он пытается найти третий выход, чтобы Верховная Рада отменила свое решение. Верховная Рада по этому вопросу не примет решение. Я вас умоляю. Потому что каждый из тех, который проголосовал за закон, он может написать заявление об отзыве своего голоса или это решение регламентного комитета, что на 11 минут задержали. Вот это такое, мягко говоря, лукавое решение. А на самом деле проблему все равно нужно решать. Вот одним из пунктов решения я вижу только разложение на категории этого населения. Я одну ремарку про президента, и я как бы буду краток, да. Тут не столько президента загнали в угол, сколько, еще раз подчеркну, это взаимоотношения между коммерческими структурами и людьми, гражданами Украины рядовыми. Прошу прощения. А принимает решение законодательный орган, который точно так же избирают граждане страны. Поэтому президент в данной ситуации призывает к здравому смыслу, чтобы представители в законодательном органе услышали население, но подошли к качеству, учитывая, что должен быть государственный подход. Не частный интерес, хотя это важно для каждого, но есть государственный подход в рамках государства. Премьер-министр правильно сказал, давайте килограмм золота приравняем к килограмму сала. Да, и все. Вот на сегодняшний день. Я с ним согласен. Здесь мы сталкиваемся с различными... Он это сделал в 2004 году. Да. Лично, собственной рукой. Приравнял килограмм сала к золоту. Я и с этим согласен, что у нас премьер-министр больше говорит, чем делает. Но я хотел бы к другому перейти. Вот здесь конфликт личностных интересов. Чтобы они были соблюдены, со мной должны поработать, чтобы выяснить мои личные интересы и возможности, в какую категорию я должен пойти этих людей. Или у меня действительно платить нечем, или я лукавлю. И это главная проблема. Время наше подходит к концу. Я знаю, что да, у нас всегда... проблемы нашей программы. В том, что темы поднимаются куда больше, чем есть в основном времени. Можно показать наши адреса?
Вот то... именно в частном порядке как раз им, да, решать эти вопросы, потому что, да, мы тоже, в общем-то, не то чтобы имеем возможность так вот за всех и все аспекты рассмотреть. Тем не менее, огромное спасибо вам за то, что сегодня были гостями нашей студии. Мне было безумно интересно, я большую часть молчал, и это редкий случай. Извините. Мне, нет, нет, на самом деле это здорово, мне действительно было интересно. Спасибо вам огромное, что были сегодня нашими гостями. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Всем до свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.